Не знаю, по-другому называется. Мне кажется, бессмертие фанатов надо фиксить. Ебать, блядь. Он пытается Rocket Jam сделать, мне сейчас нравится. Да-да-да-да-да, так. А как сделает, улетит в космос, и меня. Ну да, это знаете, как в Quake, типа, гранаты под ноги стрельнуть, чтобы, типа, разогнаться. Бежим смерть после смерти. Да-да-да. О, сидит. О, сейчас челик подходит, он, наверное, сейчас как ему вмажет. Гранатометом поебал. Ух, блядь! Так... Ага. Ага. Сейчас. Вот сейчас может. Да ну нахуй. Ну нахер. Найс респ. Ну это всегда так. Ты когда тут перемещаешься, ты всегда перемещаешься к мутантам. Потому что у него полтора стоит рейдспауна. Поэтому... Да отстаньте! Да ёперный по... По голове, суки! Вы чё, ебанутый, что ли? Так. Что это, блядь, вообще такое? Блядь, вот какой же ты... Какой же ты плохой человек, а? Еще одна смерть от псевдо-собаки. Да-да, не удивляйтесь. Ну что, поехали. Приехали. Вот и поехали. Вот и больше ездить не будем. Зашел, такой посмотрел пару видосиков, думаю, ну неплохо. И подписался так до сих пор. Красава, респектос тебе, всем остальным, кто сейчас сидит здесь или кто подписан, вообще всем. Бля, ну вы заебали, ну сука, я же сгорю, блять. Пацаны, нахуй так жить. Религии на стриме, ага. Иди и не беси. Не, давайте, чуваки, без религии на стриме, без политики. Мы все-таки об этом, блять, договаривались. Опять сдох. Хуй тебе! О, на кон! Блядь, да откуда ты сзади-то взялся? Ну что ж такое? Огромное всем спасибо за просмотр, друзья.